Я так и знал. Оно все. Я знал. Я же думал, сегодня уже дальше больше не прыгать, он уже я вышел. Когда мне там авиационный, я работал, мне как было вырваться. Я думал, пойти же, может, по нему сворот, потом. Я озвучил. Верхняя 6 команд, нижняя 5. Нижняя 5? Да, я не слышу. Он писал. Первую 6, да? Стой! Он в общем в чате же писал. Он меня спрашивал за это, но я не помню. Не, он написал, что кто-то спросил, как деление будет. Он написал, что верхняя. Я тоже за это. Верхняя будет 6 человек. Типа, чтобы была это, перспектива. Мотивация. Ну, мотивация, да. Я всегда такой. Да, да, да. Играть можно везде. С всеми командами все интересно. Если постоянно играть со Славой, то никакого прогресса не будет. Сегодня.
Если в Евросоюз, мы бы тут в Туле уже заявили. Не, ну если ты пляпай во дню. У нас люди против Евросоюза. Им не хотят. Это просто. Оно тяжело перестраивается. Другая игра совсем. Ну, фам. Ну. Поэтому я даже где-то не знаю, скоро команда собирается. Тут, скорее всего, будут играть. А стройка ДНУ будет сидеть. Тут будет играть. На следующем Нас кто-то пропускает. Мы пропустим. Парни хотят выше. Лично с моим мнением разделилось. Я говорю, нам надо делать выше. Мы с таким составом первый раз заявили. Стоп! 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 Стоп
и с фарбами неплохо мы играли. Я за этот матч рассказывал. 5-3 мы проиграли. Первый матч мы играли с Олимпиком 5-5. 5-5. И вот мне прям понравилось. Мы с фарбами хорошо играли. Да, с фарбами очень хорошо. Хорошо, хорошо играли. Ну, предыдущая игра была вообще какашка. Вообще непонятно что. Я вообще ничего не понял. Как вообще можно так играть? А с кем вы играли? Южане. Качелка. А, нет. Там что не возьми игрока для титула. Просто пропусти. На кто забил, ребят? А как победил? А? Верхний это стабильно идет. Южане, Констанц, фарбы. Подняли. Витязь? Нет, но подкладка будет очень такая. Против кого играл Витязь? Против Титулова никого не играл. Против Титулова еще ни с кем не играл. Я знаю. Пока не. Я думал, 4 команды, а еще 2, ну, будет решаться. Я думаю, Олимпик поборется еще. Леон может принять. На той неделе играл Констанц, Леон. Мы думали, матч будет в одну калитку. А ну поначалу так все и начиналось. Так все и начиналось. А потом Леон собрался и... Десятая минута, 4-4. И тупо за Констан забивает и финальный свисток. То есть матч такой был хороший. Заруба интересная была. Thank you.
Ломай, давай сразу! Давай! 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 Давай!
Кто забил? Как фамилия? Лёха один. Скажи фамилию. Не было? Мне казалось, гол. Руся уже записал момент. Ну да. Хорошая атака была, но попал мимо. Извиняемся. Ну, бывает. Ну, все подумали, что гол. Заруба будет. Я сделаю две ставки. Победа Южанина плюс три. Ничья. Ну, не стучи. У меня камера дрожит. Стоп. Да, ну показалось, что был гол. Говорят, не было. Это стабильно гол. Как его фамилия? Все-таки забили. Что, был? Скажи фамилию. Иванчик. Да, наверное. Вы, ну, скажите. Мне показалось тоже, но судья сказал, нет, я ж не могу его заставить. А видео можно? Конечно, видео можно, посмотрите. Не, ну, тут вроде бы за тот раз залетело. Да. На бедной фигуре залетело. Это ж не монтаж, тут сетки вроде целые. Ну да. В принципе. Здесь сетки все целые. Леша, че? Влад. У меня камера дрожит, понял? Попрыгать, да? Да. Руслан, включи подход. А если этот, а если покажется, что там гол, то что? Ну как я хотел? Судья не засчитал. Ну, так. А как тогда, если в мяч в сетке он доставал? Вы сами видели. Да он за ворот дал. Нет, за ворот. Там. Ну пошел за ворот. Ладно, не переживай. Потом... Первый тайм. Ты что, ебанулся, то заказ? Молодой судья. Хорошая, хорошая, хорошая! Ничего не желаю. Ты надо! Что ты сделал?
Обратно же. Повторы надо смотреть только... Нормально. Ноутбук, на ноутбуке смотреть. Тут, ну, тяжело. Я снимал турнир, а меня тут пригласили. Закрытый турнир был однодневный. Ну, зашел. Вишняков. Как фамилия? Вишняков. Вишняков. Да забивайте, у вас 250 моментов. Так и этот. 2-2. Точно? Если оно есть, так оно уже есть. Так не надо давить. Серега, какой Вишняков? Сейчас. Так это, Дима, снимал однодневный закрытый турнир, все украинские тут. И в финале сыграли 2-2, серия пенальти. Хорош, хорош, здорово! Здесь. Да. На те ворота. Да, я слышал эти истории. Пацан так, последний пенальти. Отбивают, то есть, ну, решающий удар. Пацан с такой силой пробил. Все так стали, никто не знает, был гол или нет. Раз, а в сетке дырка есть. И, короче, посмотрели, начали камеру смотреть. Мы. Не видно. Если прямой удар, мяч. Если он попал в ствол ворот, мяч вылетел. А вот это шняга, когда в заднюю. Он как под штангу. Он под штангу ударил, да. Не, ну если прямой удар, вот тут затвор, вылетает, это все понятно. Бей! Да сука, забивай! Он ударил ровно под штангу, и раз дырка там была. Значит, посмотрели по моментам, гол не засчитали. Победитель команда. Потом же меня попросили, я сделал замедление, то что. Гол был. Руся все решил, да? Не, так а шо, они не стали решение принять. Чемпион другая команда. А кто вас вообще играет? Да? Не рассказывай. Нет. Это Волан. Да, это же они проводили. И, а там удар, и он, короче, ударил, и мяч, как раз отверстие, дырка, ровно по размеру мяча. И ты такую силу дашь, что он как раз ровно в это очко вошел, что даже сетка не починил. Да, ну блин, там просто дырка из сезонатуры. А блин, попляться. Ты уже Тот Корнеев. А, ты что? Хорошо! Петро, Гасер! Ну там вроде бы Корнеев. Корнеев, да. Леша. Что там? Разбили? Губу разбили или нос, я не понял. Поярочку разбери, новый старый. Давайте, не пали. Давай, спокойно.
Спокойно! Можно через дом. Вернулись! Прикинь, я сейчас смотрел, говорю, что. Не пали! Без пола! Я сижу уже в булке Месси продают. Да, я слышал. Да? Да. Прекращайте. Походу они уже договорились. Так, а был слух, только никто не подтверждает. Я так догадываюсь, что уже... Я не слышал, но... Слышал, ну как, слышал, да, есть. Нет, чтобы прям продавать, я думаю, на вот они не имеют. Ну да, на них можно суд подать. Чтобы печать там. Да не дай вести! Не, может, запустили печать, это еще... Ну, он игрок другого клуба. Если игрок, если Месси, если Месси согласился, то просто не договорился. Так? А клуб не может. Ничего, что за полгода. Да, не дальше, Игорь! Футболиста. Хорошо. Вот с этого момента он меня подписывал предварительно. Нет, у Месси есть договор, может было время разорвать договор. Я уже не разрываю. Ну, он хотел бы, если бы он мог воспользоваться. У меня сейчас не было, понимаешь? Не, ну он хотел же уйти летом. Топ-клубы, иди кому-нибудь слабенький клуб, помогите команде там подняться. Сразу все идут куда-то. А когда завершение карьеры, все идут в Галатасарай. Направо есть. Ну да, я в этом. Че, в Китай. Ну, Китай. Китай, Америка. Отдай его! Отдай его! Мне же там балькинская эта семья. Он убегай, центр! Центр! Сверхмиллионер. Ну вон, блядь, братан! Один! Такие, как в Украине. Я читал, что с Бэком Ромилкой заканчивал карьеру. Ну, да. Что он там, заработал, ну сколько он там проиграл, 3 года или 4? Читал, что он за это время заработал больше, чем за свою карьеру. Так слышишь, ты смотри, что все играют почему-то в Украине. Бэком там бегают, все, кто у него Дай фол. Это забав. Это и фол. Есть фол. Ты заснял эту хуйню, Шиме? Заснял? Хороший гол. Нет, за три. Саша, кто забил? За три. Забил. Когда такую тоже получил. Почти, Слава. Есть бог! Сразу войди, сразу убегай! Сказано, что это твое забило, как ты зашел? Это слышал. Не дай вести, не дай вести! 4-3, да? 3-2. 3-3. 3-3, Дима. А сколько вы думаете? 3-3. 3-3. На дальнюю стань! На дальнюю стань! У меня 23-я, 26-я, 29-я. Бери! А, у Ангела? Сейчас. 9-я, 11-я и вот 34-я. Да, блядь, охуя, братан! А что,
Что там не было? Помоги! Зоня, блядь, когда ты прибрасывал. А там вообще позже сбили. Что-то пропустил. Леш, Леш, левее. Наверное. На девятый. Я вчера так не нырнул. О, вчера, ну то не на ту субботу. Как раз Ангел вроде бы снимал тоже. Так стоял, у меня так просто так повел туда вперед. Куда? Переживал так сын, да? Ой, хороший такой. Переживал сын, да? Да, я вот так вот стоял, говорит, она меня вот так вот. Да.
Димаш. Пять? Как нет? Пять. Так.
Дальше пойдите на кран. А, да? 5-5. Минуты осталось. Даже 4. А сколько осталось? 3. Полторы осталось. Я скажу. Не дай один, не дай один. Ой-ой-ой, ворота, стои, стои, ворота! Во! 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 На рюзах идет. Саня, как фамилия? Руслан Пандрин. И я не записал первый гол.
Кто за? Первый я. Бондаренко Александр, Бондаренко Руслан. Я же голову. Я пропустил. Миньки голову это все. Он такой, ну дурака, ты дурака, бьет, да? Просто вы... Игорь Анатольевич! Бывает и такое, что...